Теперь вы это знаете. Вопрос. Почему на Камчатке нет железной дороги? Ответ. Железной дороги на Камчатке не было и не будет. Это связано с рядом технических и ресурсных проблем, например, со сложностью прокладки путей через горы и вулканы. Также наличие железнодорожной сети требует значительных финансовых вложений. Местные жители называют Камчатку «островом». Все потому, что добраться до материка по земле не получится. Выбраться из региона можно только самолетом. Теперь вы это знаете.